Дорогие друзья, огромный теплый привет вам из Нью-Йорка. Мы поздравляем вас от души, нашего замечательного друга, организацию, Международную ассоциацию Азербайджан-Израиль, АЗИС. Для меня в переводе «дорогой». С днем рождения! Мы поздравляем руководителей этой замечательной организации, всех ваших единомышленников, людей, которым близко то дело, которое вы делаете. Мы желаем вам мира, процветания, дальнейших проектов, чтобы к вашей деятельности присоединялось все больше и больше людей. Один в поле не воин. Мы с вами это прекрасно знаем. Все, что мы делаем для людей, для наших детей. Потому что сохранить и передать то, что тебе дорого, это очень важно. К нашему поздравлению от центра MyWay из Нью-Йорка также присоединяется редактор замечательной газеты «Новый рубеж», который мы все знаем, все любим, Новерт Михайлович Евдаев, а также руководитель культурного центра кавказских евреев в Нью-Йорке Яков Абрамов. И как бы нас всех не разделял карантин, вирусы, и вот такие подобные ситуации, я знаю, что мы все равно все вместе. И каждый мечтает, чтобы это закончилось и дальше продолжать свою деятельность, свои проекты, нести в мир радость, добро и счастье. Мы душой всегда с вами. А что касается меня, я виртуально с вами на всех ваших мероприятиях. Потому что на баннере вашей организации стоит фотография, где я тоже на этой фотографии в 2016 году, когда мы все вместе были в Баку. Сейчас я покажу эту фотографию. Вот эта фотография. И каждый раз, когда вы проводите мероприятие, Facebook отмечает меня, что я там, всегда рядом с вами. А я действительно с вами, потому что то, что вы делаете, мне очень близко и дорого. И я уверена, что нас еще ждут совместные проекты. Проекты, которые будут объединять Азербайджан, Израиль и Америку. Чем больше будет таких организаций, которые ищут то, что нас объединяет, а не разделяет, то, что объединяет разные народы, а не разделяет, тем, значит, завтра наши дети будут жить в мире и в спокойствии. Всего вам самого-самого доброго!